Ну, а следующая пара, которую мы увидим на этой сцене, это Пелагея и Дарья Мороз. Это поле. Если мне там как-то первый, второй раз, я думаю, ой, что ж такое там, как так? Сейчас это было в кайф. Это дуэт работает как бим-бум. Мы нашли друг друга, это правда. Костюмы они шили себе замечательные. Я даже, может быть, попросил девчонок бы заменить мне шторы на кухне. На шторке Андрею мы не отдадим платье. Мороз, ты плачешь? Я от счастья. Партнерша-то не просто крутейшая актриса, оказывается, еще педагог. Поехали. Мне очень интересно, как Дашка ведет себя вот в роли педагога. Я очень боялась, чем тебе правильно ударить. Это был расстрел, вот так. Оля меня все время учит, вообще, все время подсказывает, как там правильно. Ну, ты вообще все, я от нее питаюсь. Ну, и Дарья Юрьевна, конечно, педагог-то, гей. И вообще все как-то у нас так, мне кажется, правильно складывается. Сегодня с Танечкой, Тина, подло пытались веревками к батарее привязать, чтобы остаться вдвоем. Берите лучший пример с девочек. Посмотри, как они три программы дружно уже выступают в нашем шоу. И ни разу еще, между прочим, не поссорились. То есть ты хочешь сказать, что есть женская дружба? Главное, милая, не забывай, что она есть. Но самое важное, против кого? Против кого дружат на нашем шоу Пелагея и Дарья Мороз? Yeah.
Пелагея и Дарья Мороз. Спасибо. Ну что, я так понимаю, что, судя по исконно русскому мотиву, все-таки идея этой песни принадлежала Пелагее. Идея, да, но тем не менее у нас сегодня тоже премьера и группа Пелагея. Мы действительно первый раз все пели эту песню сейчас и специально для этого проекта, в общем, она была сделана. Посмотрите, как люди вам аплодируют. Спасибо! Спасибо. Даже слов никаких не надо. А вот обратите внимание, когда исполняешь народную песню, ликуют все. То есть все вам аплодируют, все вас любят. И даже Юрий Николаев тихо ручками показывает танец маленьких утят, который свидетельствует о оценке, которую он планирует поставить. Мне кажется, просто Дарья Мороз тоже близка эта тема. В одном из своих интервью она сказала, что если бы не карьера актрисы, то давно бы уже уехала жить в деревню, подальше от суеты мегаполиса. Это правда было такое? Это правда. Вне суеты мегаполиса как-то спокойнее и вольготней дышится. Вот мы сегодня были вне суеты мегаполиса абсолютно только что. Ну вот видите, я уверена, что если вы выиграете в нашем шоу, то потом вместе уже подружившись, сможете поехать отдыхать в деревню. Самое главное, это не то, что выиграем, мы не выиграем. И только что вот недавно Таир говорил о том, что очень классно, здесь мы большая семья. И я хочу сказать огромное спасибо за то, что мы вот вместе все, и идут прекрасные люди. И спасибо замечательным зрителям. Спасибо за поддержку. На самом деле, спасибо огромное. Спасибо вам за замечательную песню. Ну все, отдыхайте, девчонки. Бар ждет вас. Ну вот, сейчас, ну вот сейчас. Мы подготовили вам номер. Так. Тишман, давай, запивай. Ой, это 40, это 40. Ой, это 40, говори. Спасибо большое, спасибо. А кто нам 40 не поставит? Голова. Так, спасибо. У нас был сейчас дебют на сцене, несколько дебютов было заявлено, был еще один дебют. У нас заплакала Пелагея на сцене. У Пелагеи случился какой-то нервный срыв просто в финале. Она не смогла ничего с собой сделать, простите. Зара, у тебя отбирают хлеб. Да, да, это было потрясающе, потрясающе. Ты просто... Произошло единение. Вот, да, вот это самое главное. Я хочу сказать огромное спасибо Дашке, потому что Дашка молодец. Дашка молодец. Попросим жюри выставить свои замечательные оценки для этой пары. Надеюсь, ты не сомневаешься, что все начнется со стихов. Правильно я понимаю, Илья Рахмельевич? Да, правильно. Весела, светла, вокально, Пелагея, уникально. Вокализм Пелагея превратит в мужчину гея. От вас вообще неожиданно такие слова. Неожиданно. Еще не все. То есть это только начало. Это сила искусства, Пелагея. А что дальше с этим мужчиной происходит? Нет, дальше уже между нами происходит. Ага. Ты с мечтой, я с опытом, в голос спой, аль шепотом. Ты юна, я старенький. Подари мне валенки. Браво! Слушайте, ну раз уже речь зашла о валенках, давайте все вместе попросим Пелагею спеть уже про них. Мы все вместе споем. Давайте. Давай. Валенки, да, валенки, куда не подшиты старенькие, и нельзя валенки носить, а и не в чек милом уходи. Все! А мы только распелись. Спасибо! Спасибо! Илья Рахмельевич, и сколько стоят ваши новые валенки? 10 рублей стоят. Спасибо! Спасибо большое! Спасибо, спасибо! Ну и что же скажет Владимир Матецкий? К вам понравился номер, Владимир? Мне понравилось. Я буду краток. 10 баллов. Браво! Спасибо большое! Спасибо! Юрий. Мне нравится этот дуэт. 10 баллов, конечно. 10, да? Спасибо. Спасибо большое. 10 баллов от Юрия Николаева. А вот в Игоре Крутом я бы, Тиночка, не была бы уверена так сегодня, потому что он все больше любит
такие иностранные мотивы. Не знаю, как относится он к русской народной песне. Сейчас узнаем. Я не хочу нарваться на плохое отношение Юры Николаева, поэтому 10 баллов. Ура, спасибо. 40 баллов! Отлично! Пелагея и Дарья Мороз заработали сегодня 40 баллов. И заслуженно. Спасибо. Молодцы, спасибо. Девчонки. Первая с первой сороковочкой вас разменяли. Спасибо большое. Спасибо большое.